Access granted. Access granted. Всегда. Центре и все под контролем. А Тагар? Он сейчас выступает. Его хорошо охраняют. Туда могут пройти только обладатели VIP-пропусков. А мы здесь для того, чтобы ни один хулиган не проскользнул через черный ход.
Эскалатор третий раз на этой неделе уже ломается. Они вообще должны работать, а не торчать здесь для красоты. Чёртово сокращение бюджета. Да, ты мне будешь рассказывать? Со всеми этими бедствиями мы увеличения бюджета не скоро дождемся. Если дождемся. Похоже, кроме толпы на улице сейчас ничего не растет. Город разваливается ко всем чертям. Я видела парней с зажигательными бомбами. Пил действительно меняет мир к лучшему. Вернее, делает его таким, каким он когда-то был. До того, как люди стали уродовать свои тела. Или его словами, свои божьи двигатели. Ну, я не против того, чтобы люди, потерявшие конечности, использовали импланты. Особенно наши солдаты. Они ведь нашу страну защищают. Уж они-то это заслужили. Как тот пациент Таггарта. И Езекиль. Так, да. А что случилось с Езекилем? Поставил себе новую конечность, а в итоге съехал с катушек из-за наркотиков. Собственно, основной вопрос Билла Таггарта – хотим ли мы жить в мире наркоманов, которые вынуждены платить огромные деньги шайке торговцев нейропозином? Просто не понимаю, с чего эти психи взяли, что модификации сделают мир лучше? Но судя по тому, что тут творится, миру определенно еще есть куда расти. Что вы думаете о Билле Таггарте? Не могу согласиться с доисторическими убеждениями Таггарта. Он думает, что развитие человечества – это грех. Не верится, что есть еще люди с такими отсталыми взглядами. Эта резолюция ООН, о которой он так печется, это просто грубейшее нарушение прав человека. Точно. Он не устает заявлять, что Фронт человечества – мирная организация. Но ты только выгляни в окно. Вот чего они добились. Психи вроде Таггарта всегда пытались бороться с прогрессом. Но в конечном итоге побеждает стремление к новым достижениям. Скоро он останется в прошлом. Надеюсь, ты права. Интересно только, когда Хью Дэрроу появится на людях и обозначит свою позицию. Такое ощущение, что сейчас все только и ждут, что его заявление. Вы же не собираетесь слушать речь этого парня? Вы за или против модификаций? Модифицированный, простой прохожий. И скажите мне теперь, где истинная угроза? Фронт человечества. Это именно фронт. Фронт ненависти и иррационального желания Уильяма Таггарта загнать нас в Средневековье. Я не собираюсь убеждать вас, что модификации делают мир лучше. Я выступаю за право выбора. Когда Хью Дэрроу открыл секрет модификации, он дал нам шанс сделать себя лучше, достичь ранее невиданных высот. Вы все слышали речь Уильяма Таггарта. Правда, он говорит складно. Но он не хочет, чтобы вы стали лучше. Он хочет вас ограничить, дать власти право распоряжаться вашим телом. Вы хотите модифицироваться? О, нет. Извините, мы вам не позволим. Вы не позволите мне? Ха! А вы знаете, как он хочет добиться новых законопроектов? Как он убеждает вас, что именно этого вы хотите? При помощи страха. И он уже начал. Посмотрите, что делается на улицах. Как вы думаете, кто развязал это безумие? Да, я их не виню. Я виню таких, как Таггарт. Тех, кто все время пытается разделить нас, основываясь на различиях. Вместо того, чтобы объединять благодаря общим чертам. Слушайте,
Я сама стала жертвой ненависти к имплантам. На меня напали только потому, что я выходила из клиники протез. Люди, которые не были модифицированы. Ничего хорошего на уме у них не было. И знаете, кто меня спас? Модифицированный, простой прохожий. И скажите мне теперь, где истинная угроза? Фронт человечества. Это именно фронт. Фронт ненависти и... Как ты не понимаешь? Иррационального желания Уильяма Таггарта загнать нас в средневековье. Защитник всего человечества. Я не собираюсь убеждать вас, что модификации делают мир лучше. Я выступаю за право выбора. Когда Хью Дэрроу открыл секрет модификации, он дал нам шанс сделать себя лучше, достичь ранее невиданных высот. Согласен, но это не повод устраивать скандал. Я не устраиваю скандал. Меня просто раздражает высокомерие некоторых защитников человечества. Словно вам подвластны этические проблемы. Это меня и бесит в фронте человечества. Сначала Таггарт говорит, что вопрос лишь в другой точке зрения, а потом заявляет, что готов на все, лишь бы ограничить технологию модификации. Это же чистое лицемерие. Кто вы вообще такие, чтобы указывать нам, что делать со своими телами? А ты думаешь, что можно превратить себя в робота, жрать наркотики и затем пользоваться полной свободой действий в обществе? А вы со своим ублюдком Таггартом только попробуйте ограничить мою свободу. Увидите, чем это кончится. Простите, но я заканчиваю обсуждение. Кое-кому просто нужно успокоиться. Все еще на посту? Да. Проход за кулисы полностью перекрыт. Теперь туда даже уборщику не пройти. А что насчет вентиляции? Ты издеваешься? Ты хоть видел, какого размера там шахты? Думаешь, какой-нибудь йог или карлик придет покушаться на Таггарта? Не умничай. Пропуск есть? Надо нервы иметь, чтобы свой модифицированный нос сюда совать. Человеческая эволюция — лишь фантазия. Но именно об этом я и говорю. Мир... Таггарт, где твой помощник? 6 месяцев назад на Шариф Индастрис напали наемники, целью которых было сорвать нашу работу. Но я узнал, что это всего лишь дымовая завеса. Была похищена команда Меган Рид, и в этом замешан Исайя Сэндовал, ваш личный помощник. Глупости. Леди и джентльмены, прошу прощения за вторжение мистера Дженсона. Уверяю вас, эти обвинения не имеют под собой никакого основания. Да ну. Это Сэндовал. Зачем ты звонишь мне сюда? Планы несколько изменились. Команде шерифа не следовало ехать на слушание. Вы торопитесь. Чтобы удалить датчик позиционирования, мне необходима операционная. В здании есть хоть одна?
Ваш человек, Таггарт, говорил об удалении датчиков, видимо, для того, чтобы похитители ученых шарифа могли замести все следы. Я понимаю, что происходит. За последнее время репутация Шариф Индастриз дважды пострадала. Первый раз, когда из Монреаля просочилась новость о том, что компании, работающие с биотехнологиями, участвуют в незаконных экспериментах по созданию суперсолдат. Второй, после превращения мирной акции протеста в вооруженную стычку. Дэвид Шариф и его прихвостни обеспокоены. Они в опасности, они почти в пролете. И вот, посягая на мою репутацию, они направили сюда этого человека. Я здесь, Таггарт. Смотрите на меня. Зная, сколько раз вы порочили моих коллег, я нисколько не огорчусь, если ваша репутация будет подмочена. Но здесь я не поэтому. Ученые Шарифа живы, так что пора всем узнать правду. Правда, мистер Дженсен, в том, что ваша запись ничего не докажет. Ее мог сделать любой, у кого есть зуб на фронт человечества, и вы будете первым в списке подозреваемых. У вас хватает смелости обвинять меня во лжи, но это не я оправдываюсь и скрываю свою причастность к убийству и похищению. Мою причастность, мистер Дженсен? Ваша запись не доказывает этого. Если вы предъявите запись полиции, в лучшем случае над вами посмеются, в худшем вам предложат подыскать себе адвоката. Так зачем вы здесь? Всем известно, что нападение на шариф обернулось для вас трагедией. Почему вы не оставите это в прошлом? Вы правы. Возвращение к жизни после операции далось мне нелегко. Черт возьми, когда я в первый раз увидел себя в зеркале, я расколотил его. Но я справился с этим, потому что знал, мой долг восстановить справедливость и помочь другим жертвам атаки. Но раз вы даже себе не в состоянии помочь, как вы поможете кому-то еще? В моей практике я не раз сталкивался с похожими состояниями. Вы растеряны. Вы утратили смысл жизни и не знаете, как снова обрести его. И вы придумали себе главного врага, воображая, что, уничтожив его, снова станете распоряжаться своей жизнью. Вы обманываете себя. Мне не нужно делать из вас врага, Таггарт. Ваши действия говорят сами за себя. Вы создали движение против имплантов, и теперь газеты полны новостей о терактах, совершенных его сторонниками. Вы утверждаете, что фронт человечества не признает насилия, но посмотрите в окно, и вы увидите, что это не так. Мистер Дженсен, вы единственный человек, который верит в причастность фронта к атаке на Шариф Индастриз. Возьмите любую речь, которую я произнес. Любой доступный документ. Везде вы найдете одно и то же. Фронт человечества не признает насилие. Любое отступление от этого принципа позорит память моей жены, убитой именно из-за зависимости от имплантов. Кто вы такой, чтобы сомневаться в этом? Смерть вашей жены — настоящая трагедия. Но то, что случилось с учеными и шарифом, происходит прямо сейчас. И вы еще можете что-то исправить. Вы ничего не потеряете, если Сэндевал невиновен. А если нет, вы сможете спасти свою репутацию, если поможете мне. Так почему бы этого не сделать? Потому что я неоднократно давал вам возможность обосновать свою позицию, но вы этого так и не сделали. Вы не слышите голоса разума. Леди и джентльмены, я прошу прощения. Судя по всему, мистер Дженсен намерен расстроить все наши планы на сегодня. Я ненадолго покину вас. Мы продолжим, когда мистер Дженсен уйдет. Спасибо за внимание.
Рио-де-Жанейро, у дверей каких биологических компаний, как Санаги и Сарин. Неужели ты не хочешь знать, что там творится? Не могу смотреть, как трусы в масках бросают камни. А я верю, что их дело правое. Не хочу оказаться лет через пять рабом банды суперсолдат. Болезненные эксперименты на суперсолдатах с имплантами. Несколько минут назад Джао Юньчжу, директор Тайги Кидинга, так прокомментировал ситуацию. Хочу, чтобы все в мире знали, что мы Тайги Медикал никогда бы не потерпели подобных экспериментов. Наша компания гордится. Как ты думаешь, когда он закончит? Уже совсем немного. Я пойду с Таггартом за кулисы, а ты проконтролируй, чтобы никто не пытался проскользнуть. Прогуляюсь-ка, я проверю, все ли на местах. Вышли разгневанные демонстранты. В Детройте, Торонто, Мумбаи и Рио-де-Жанейро у двери компании Капсанами, Зари и Шальфи-Индустрии происходит жестокие Granted. Шариф, Сэндовал в Детройте. Прячется в каком-то жилом доме на Гранд-Ривер-Роуд. Отправляюсь туда. Ладно. Только Адам. Думаешь, Таггарт тоже в этом замешан? Пока что тому нет никаких доказательств. И очень жаль. Возможно, они появятся, если ты перепишешь ту запись из Монреаля на его компьютер. Вы просите меня его подставить? Адам... С таким отношением к нам мы можем все потерять. Возможно, придется запачкать руки, чтобы все исправить. Что, у тебя с этим какие-то проблемы? Никаких проблем. Отлично. Конец связи. Прямой эфир была Элиза Кота. Сегодня вечером, после появления в эфире пик скандального видео, на улице многих городов вышли разгневанные демонстранты. В Детройте, Access granted. Подобных экспериментов. Наша компания гордится тем, что работает об окружающей среде и использует технические подходы. Мы превращаем технические члены по нашим комплексам. Они лично увидят, что там нет ничего, кроме порядка, прогресса и моральной ответственности. Похоже, в этот раз мяч точно на половине ООН. Прямой эфир была Эйнка.
Я знаю, что все заняты бунтом, но они нужны мне здесь, прямо здесь. Дженсен? Черт, я тебя еле узнал. Боже, вот уж не думал. Ты меня помнишь? Я только на службу пришел, когда ты в спецназе был. Никки, конечно, я тебя помню. Как дела? Тебя тоже с бунтом разбираться кинули? Да, да. Только... Слушай, тут что-то серьезное затевается. Я чуть с ума не сошел. Помнишь мототрахера по имени Джейкоб Уайт? Ты его брал пару раз? Да, помню его. Нападение и незаконное хранение оружия. Он все еще в деле? Нет, нет, то есть, черт, я не знаю. В любом случае, он сейчас занимается куда более крупными вещами. Никки, помедленнее. Выслушай меня. Мне тут стукнули, что он добрался до армейской взрывчатки. У этого кретина гребаная бомба, Адам. И ты в курсе, как он ненавидит полицию? Он нас уделает, пока мы тут этим бунтом заняты. Никки, я вообще-то занят. Если у него бомба, вызывай своих и работай по инструкции. А что я, по-твоему, тут делаю? Я всю ночь пытаюсь кого-нибудь вызвать. Мы уже отправили патруль к дому Джейкоба. Пришли с ордером, все перевернули, но там ничего, даже Джейкоба нет. Теперь говорят, что мой информатор надо мной издевается. Херня! Джейкоб прикрывается бунтами, чтобы ударить по нам. Адам, прошу, доверься мне. Ты должен помочь найти Джейкоба. Честно говоря, Никки, я с трудом верю, что Уайт затеет что-нибудь подобное. Он шнурки-то завязать не может без того, чтобы не упасть. Это когда было. А сейчас, после последнего срока в Стэндише, он совсем обезумел. Всем рассказывают, что война банд в трущобах – часть правительственного заговора, и пора с этим кончать. Помню, он утверждал, что тот модифицированный парень, которого мы шлепнули в прошлом году, был просто прикрытием. Точно! Он катит бочку на Уэйна Хааса, департамент и всех, кто с тех пор в этом участвовал. Адам, послушай меня, он становится все агрессивнее. А теперь он достал взрывчатку, и, считай, у нас на заднице нарисована большая мишень. Ну а почему никто не доверяет твоему источнику? Он раньше болтался со старой бандой Уайта, но сейчас ему грозит срок за нарушение условий досрочного освобождения. Он пытается выторговать себе условия получше, так что ему никто не верит. Но я знаю, ему можно верить. Он еще ни разу меня не надувал, и я не думаю, что он врет сейчас. А откуда у Уайта вообще взрывчатка? Мой источник утверждает, что он нашел компоненты бомбы в каком-то правительственном тайнике в Хайленд-парке. Это все, что я пока знаю. Но все совпадает! Последний раз, когда его видели, он кричал что-то про подрыв основ лицемерия или что-то в этом духе. Ну, знаешь, цитаты из Че Гевары и трёпа революции. Футболка с портретом у него тоже есть, да? Что? Слушай, он практически назвал дату и время момента истины. И это сегодня? Должно быть сегодня? Никки, послушай, я уже давно не работаю на город, и времени у меня сейчас не так много. Да, да, я понимаю. Слушай, у копов тут есть особый фонд. Мне это не нравится, но если ты убиваешь убийцу полицейских, ты получаешь награду. Я обычно эти деньги трачу на информаторов, но если Джейкоб реально собирается нам мстить, то жить ему незачем, на мой взгляд. Разберешься с ним, деньги твои. Хотя я бы с большим удовольствием бросил его гнить за решетку. Если сможешь его вырубить и притащить живым, я попробую устроить тебе сделку получше. Что конкретно мне нужно сделать? То есть ты мне поможешь? Серьезно? Я этого не сказал. Если предположить, что я согласен, что конкретно от меня требуется? О, ну, зная историю Джейкоба и его новые политические пристрастия, готов спорить, что он будет мстить копам. Я предупредил всех, кто работает на улицах в районе, всех, кто был готов слушать, чтобы были внимательнее. Но у нас половина всей полиции борется с беспорядками. У меня просто нет людей на нормальную операцию. Нужно, чтобы ты проверил пару мест, где Джейкоб может быть. Ну и разобрался с угрозой сам, если сможешь. Если ничего не найдешь, ну здорово, я хоть успокоюсь наконец. Хорошо, я помогу. Давай подумаем, что нам известно. Только факты. Что нам известно? Только факты? Мы знаем, что он псих со справкой, ненавидит полицейских, цитирует Че Гевару и добыл себе армейскую взрывчатку. Что тебе еще нужно знать? Боже, мне тут никто больше не может помочь, а самому тут вообще не продохнуть. Как мне его ловить? Эта бомба, она прямо тут, под нами может оказаться. Никки, расслабься. Держи себя в руках. Я пытаюсь, Адам. Похоже, просто все это дерьмо не для меня. Люди могут погибнуть, мы можем погибнуть. Просто сосредоточься. Договорились?
Мы знаем, что Уайт ненавидит копов, так что первой целью станет участок или что-то еще поблизости. Логично? Ну, вроде бы да. Но бомба может быть где угодно. Он не сунется прямо к участку, его много кто может узнать. Остаются пересадочная станция, коллектор и переулки вокруг участка. Я должен оставаться тут и докладывать начальству о продвижении дела. Можешь проверить, нет ли в этих местах Джейкоба или бомбы? Без проблем. Что-нибудь еще скажешь? Я не знаю. Помнишь, как Уайт выглядит? Высокий, белый, бритый налысо. Не самый тихий парень, так что услышишь ты его еще до того, как увидишь. Да, просто король философии. Я все помню. Ну вот, значит, если будешь смотреть в оба, быстро его найдешь. Еще, говорят, он себе понаставил модификаций. Я бы с ним был поосторожнее. Я думаю, Уайт, которого ты знал, превратился в нечто куда более страшное. Ясно. Я знаю, шансы невелики, но надеюсь, нам все-таки пришлют подкрепление. Пока проверите места. Может, что найдем. И еще, Дженсен, не надо делать из него мученика. Лучше бы взять его в живом виде. Thank you.